Ладно, пошли на охотный ряд. Хватит уже мучиться на этом гриле. Пройду я сейчас по грилю. Здесь вот небольшой спуск, потом... А, потом можно, кстати, будет, я думаю, проделать мой зимний путь. Я вот здесь обычно с заряди поднимаюсь зимой и иду по зимнему пути своему вот этому такому, как я его называю, Люциферов путь такой, знаешь, когда нужно подниматься в такую бесприютную гору, когда ты устал, нужно сделать много шагов, когда одна только бесприютность вокруг, и ты прешься, у тебя там из носа течет, руки отмерзают. Ну, вот сейчас тоже как-то не очень условия. Ну, вот вам. Да, это не только я один к ним отношусь положительно. В общем, они вписались в облик Москвы. Ну и, насколько я знаю, что это в таком, в духе Empire State Building. Хотя, повторяю, что при своем, безусловно, ну, как бы сказать, я воспитан на блюзе, то есть блюз течет у меня в жилах, а блюз – это корни Соединенных Штатов. То есть я ценю Америку, возможно, как никто, но к Нью-Йорку я как-то заранее равнодушен, заранее. Вот я не могу что-то делать, что-то любить просто потому, что это так надо, просто потому, что Нью-Йорк – это настолько круто. Поэтому, собственно говоря, его и любить. Нет, так я не хочу, совершенно не желаю. Вот. И, в принципе, не очень понимаю, в чем там красота, скажем так. Я бы даже тебе сказал, что я считаю, что там никакой красоты нету в помине. Ну, конечно, величие этих мостов, там Бруклинский мост, всякое такое там. Это все понятно. Тот же Empire, это классное здание, Empire State Building. Кстати, были хорошие вот эти Всемирный торговый центр. Я даже у себя в Майнкрафте такой сделал, чем очень горжусь. Но, в общем, в Америке, Нью-Йорк, это, конечно, будет последнее место, куда я поеду, но туда прилетаешь. Аэропорт Кеннеди, это в Нью-Йорке. Но, кстати, это не единственный вариант, можно и в Лос-Анджелес прилетать. У меня тетя полетела именно через Лос-Анджелес, насколько я знаю. Ладно, вот, кстати говоря, вход в охотный ряд здесь прям вот есть. Я думаю, что я и войду уже, все. Надо доехать до дома, может, все-таки даже там подвздремнуть немножко. Что-то совсем хреново. Тяжело, друзья мои. Естественно. Сегодня с утра было как прохладно, это просто наслаждение. Если бы я еще выспался, но я был еще мертвый, не выспанный. Ну, хотя в этом что-то есть. Это сегодня была хорошая проверка на объективность моего сознания. Я, конечно, сегодня сошлись два ненавистных мне состояния. Это жара и невысыпание. Я просто и то, и другое я ненавижу. Тогда мы немножко сюда отойдем. И сейчас это, короче говоря, подождем светофор, правильно? Вот здесь, чтобы не париться на солнце.